Здоров, Серега! Салют, мужик, как она? Вот. Ты дома? Я слушаю тебя. Все, а то у нас самоизоляция, то другая совсем. Я очень самоизолирован. Блин, это круто, а то меня просто заперли у друзей, я вон тусю тут уже которую неделю. Меня не выпускают. Сказали, здесь будет весело, хорошо. Ну и, короче, собственно, мы пришли вот к тому, что мы сейчас с тобой тут снимаем. А потом сняли шоу Анны Седоковой, да? И это вот тоже. Весело, классно, эти шоу готово. А ты думаешь, как оно все происходит? Вот как бы сидишь вот так вот заперти и начинаешь с ума сходить, а потом все это на камеру записывать. Да, я тем же самым занимаюсь. Прямо сейчас, между прочим. Да ладно, я смотрел, ты вчера занимался тем же самым в прямом эфире. Да, это было тоже. Я заходил, я видел. Грешен. Да ладно, все мы не без греха здесь. Ну что, Погнали. Что нужно сделать? Ну смотри, для начала у меня к тебе такая небольшая разговорная часть, как бы мы занимаемся разминкой, и нужно размять, начнем язык с того, что я знаю, что единственное, просто хочу спросить. Ну смотри, у тебя же огромная брейкерская жизнь, которую ты уже, насколько я знаю, с 12-го или там еще раньше там начал. Скажи, пожалуйста, как ты с скейтерами борешься? Это уже лично мой вопрос. Ты, подожди, ты виснешь, подвисаешь. Начались строения. На тебе интернет. Что там? А, Сережка, вернись! Я хочу... Я говорю, смотри, у меня к тебе просто один личный вопрос. У тебя по-любому за всю твою бурную жизнь было очень много кейтеров. Как ты к ним относишься? Никак, вообще пофиг. Что ты им говоришь? Что? Чтобы они отстали. Что ты им говоришь, чтобы они от тебя отстали? О, я им вообще ничего не говорю. Просто читаешь, стиснув зубы со мужской скупой слезой, идешь, берешь кофе, садишься на подоконник. Я делаю так. У меня просто почему-то появилось очень много хейтеров, и мне просто лично это интересно, как бы, что с ними делать. Вообще не обязательно. Как ты справился с тем журналистом? На самом деле, я просто отправил его по неизвестному адресу, и я не знаю, может, он до сих пор где-то ходит, ищет, но... Правильно. Вот, ну все, теперь тогда можем начать работать. Что нужно сделать? Смотри, у меня для тебя два конкурса. Я что-то выиграю? Ну, и когда мы выйдем на самоизоляцию, я думаю, ты обязательно что-нибудь я тебе подарю в честь того, что если ты выиграешь, начнем с этого. Хорошо. Но я думаю, конкурс специально под тебя, как мы продолжим с разминкой языка. Смотри, сразу говорю, я две недели уже в заперти, поэтому конкурсы придумываю не я, мне просто их выдают мои друзья и говорят, ты должен это делать. Я тоже ничего не знаю, будем вместе с тобой пахать и работать. Ага. Смотри, мне выдали вот такие бумажки. Давай. 3, 2, 1. На них написано по 3 слова. Ага. С которого мы с тобой сейчас по очереди должны будем выбирать одну из бумажек и придумывать тут же рэп. Я ж не фристайлер. Ну ладно, давай попробуем. Только ты мне будешь помогать. Я бы не взошло на мой ним. Давай, выбирай бумажку. 3. Окей. 3. Собственно, твои слова тебе нужно прямо сейчас, сразу же, сходу, прям. Олень, холодильник, мяч. И что нужно сделать? Зарифмовать? Рифмовать. Четверостишье. Олень, холодильник, мяч, сиди на карантине, не плачь. Если есть кого одурачить, дурач. Что это там за в камере, ой, на экране за бородач? Ну, я думал, ты сильный рэпер, а я сейчас смотри, что сделаю. Да. Цифру 1, потому что кто-то же должен быть. А ты сейчас будешь рифмовать? Ну, конечно, мы же по очереди с тобой. Давай. Шуба, ёж, компот. Я надел пушистую шубу,
Ёж пришел, укусил меня за ногу. Выпил я фруктовый компот, а он сделал мне о-то-то-то. А, я понял, надо использовать эти слова. Я думал, надо просто рифмовать на эти слова. Нет, ты можешь их просто в разноброс. Туда, туда запулил, туда. Все, понял, да, давай следующий раунд, готов. Да, все. Итак, 2-4. 4. 4. Балет, трава, стул. Балет, трава, стул. Хотел станцевать, но присел. Хотел станцевать балет, но присел на стул, ведь у меня была трава, и я ее сдул. Мне кажется, повышаем возрастные ограничения нашего контента сейчас. Гэнгстерши. Ну что, финал, финал, цифра 2. Таблетка, болото, банан. Что-то я приболел с утра, съел таблетку, не болит голова. Пойду погуляю я по болоту, откусив банан, который не вызовет рвоту. А, как тебе? Возьмешь меня к себе в банан? Я на Версус пора, братан, на Версус. Ну так ё, тогда чем пир? А, у тебя же, кстати, вот эта твоя баттлская история, она же закончилась, по-моему, да, уже? Ну, я давно этим не занимаюсь. Ребята баттлят еще. Потому что тебе страшно, потому что я выйду и уделаю тебя. Да, я просто как увидел тебя, сразу понял, что мне в рэпе делать больше нечего. Ой, да ладно, когда ты меня увидел, ты подумал, что это за странные руки на песне торчат. Я готов поспорить. Ну нахер, ухожу из рэпа. Слишком странные руки. Вот. Окей, с первым, я считаю, заданием мы с тобой справились, но у нас есть самое блатное, кайфовое и крутое задание, которое у нас сейчас будет прям очень весело, я так понимаю. Смотри, как мне объяснили, у вас в рэпе есть разные степени флоу, типа названия, там, как... типа вот эта вся история. Да? Я же прав? Ну, я не совсем понял, что ты имеешь в виду, но будем считать, что да. Либо фиолетовая вата, фиолетовая. Ну, стили разные, разные стили, да. Вот, вот. Собственно, сейчас нам с тобой нужно будет вот трек, который заиграет, имитировать то, что мы это делаем с тобой. Также по очереди. Типа... То есть, смотри, у меня просто друзья, у них очень много бумаги, они очень сильно любят что-либо распечатывать. Ага. Ну, у нас есть с тобой также 6 цифр, которые мы выбираем, включается трек. То есть выбираю я цифру 2, мне включается, я должен показать, что это я, какой рейтинг или кто-то показывает. Также твоя задача в ответ. Ни черта не понял. Включается трек, и мне нужно сымитировать, что я читаю под это? Ты говоришь, ничего не понял. Мне кажется, ты меня обманываешь. Давай, ты первый, покажи, как надо, и я подхвачу. Видишь, как с этими вот словами. Вот ты засранец, да? Ну, я вот со словами, видишь, сразу не въехал. Я тупой, рэперы тупые, братан. Вот, и... Ну, знаешь, как бы я к слову, тупой зарифмую, крутой. Давай, показывай, что надо делать. Смотри, беру бумажку. Мне выдали маркер, тоже будем им пользоваться, не просто так же. Выбираю четвертый трек. Угу. И мне включается... Сейчас узнаем. Я тоже не знаю эту игру. У меня друзья просто непонятно что. Да у меня такие же. Так, что у нас там с музыкой? Где контент? Работаем. Друзья сидят, ничего не понимают. Все без тебя не это. Лечу тебе словно как это. Вы же как-то так это делаете, да? Плюс-минус.
Блин, слушай, ну мне кажется, ты вне конкуренции, у меня нет такого костюма, чтобы как-то хоть рядом... А я тебе говорил, подготовься, 3 дня назад писал. Так, а можно музыку погромче, чтобы было слышно? А можно музыку погромче? У меня тут люди вообще-то работают, вот эти некоторые, пока вы там лежите, отдыхаете. Я же говорю, вот чисто, ей-богу, а все сам, все сам. Я тебя понимаю, слушай, крутым это быть вообще... можно. Все. Так, работает? Давай цифра 2. 2. Цифра 2. Погнали. Если ты что-то твёркал. А, я буду делать. А, здесь еще можно танцевать в пол. Это Магана. О, вот это фло, да, конечно, это самое то фло. Стилёк, стилёк раздаёт. Под 50 просто, под 50 ты просто стоишь, делаешь лицо. Согласен, здесь как бы ничего даже и не надо, все понятно, само собой. Да. Ну все, погнали. Давай, твоя очередь. Ну, чтобы не грустить, цифра 3. Ты можешь вот так вот сделать. Это Eminem, он так делает все время. По-моему, это сейчас было отстава. Давай, номер 1. Номер. Пяу, слушай. Врубай контент. На принца или на орла. Я беру вторую бутылку розового парина. Я знаю. Ты знаешь? Ты маску забыл. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы... А, подожди, ты надо вот так сделать. Блин, тогда мне надо... Магия цветов сойдем на 6 стаканов. Здесь так раскрыл, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Я правда танцую. Ты вот с этими делами поаккуратнее на улицу пошел, без маски, Серёга. А там никого нет, все равно, безопасно. Краснодар на карантине. Блин, вот вы счастливы. У нас вот так вот, посмотри, всем... И так сойдет, называется. Так. Что тебе оставить, скажи? 6. Тогда я заберу 5. Логично. Я такой, мистер Кэп. Ну-ка. Слушай, интересно, интересно, а если я переверну телефон? У нас получится совместиться? Опа! А, ты хочешь валет? Ну, не совсем, но типа вот, опа, прикольно, я не думал, что так можно сделать. Я так понимаю, ты придумал новую обложку своего нового альбома, да?
Ну, почти. С одной стороны ты, с другой я. Отлично. Так, давай, шестой трек, что делаем? Давай, все, финалочка твоя за тобой. Давай, давай совместно, давай совместно как раз, вот так вот. Совместно? Блин, у меня ты не финал, рушишь моего шоу, не надо так делать. Хорошо, хорошо. Давай, с тобой, а дальше вместе. Давай. Что там? Что у нас? Сбой? Ну тогда давай финал вместе. А что нужно сделать? Все, пошло. Ты понимаешь, да, насколько тебя любят здесь? Давай. Детка, мы живем на луне. А ты можешь танцевать на песке в этом месте? Я буду как вот этот момент нашего с тобой знакомства. Серёг, ну я скажу, как бы, вот шестой трек прям твое, попробуй позаниматься этим, я очень хорошо, хорошо получаю. Спасибо, от души, брат. Все для тебя. Ну и смотри, финал нашего шоу. Давай. Это просто сейчас, мы должны показать всем, всем, кто нас смотрит, всем, кто нам посмотрит потом, сделать просто очень крутой трек, под который мы с тобой будем танцевать. То есть он уже сделанный, ага. Мы с тобой просто должны тусить, показать всем, что нужно не сидеть дома, вставать, двигаться. Тусить, не, подожди, дома надо сидеть. Ну, в смысле, быть дома, но не сидеть, да? Ну, а куда? У нас карантин. Да, я придумал, слушай, у меня есть штатив маленький такой. Я сейчас поставлю, чтобы руку освободить, чтобы я мог быть полностью в процессе я с тобой. Я подумал, ты догадался об этом раньше. Да нет, я же говорю, рэперы тупые. Но зато, согласись, ты бы не сходил на улицу, не показал такого скрута в Краснодаре. Конечно, смотри, я вот так сейчас сделаю. Вот так, опа, переверну. О, вот. Огонь. Ой, блин, подожди, у меня... Так. Вот так. Теперь вот так. Теперь я отхожу. Теперь я отхожу. Так, тихо, чуть поближе, поближе, по пояс давай. Еще ближе, иди сюда. Вот так вот. Все, поехали. Ну что, всем сидящим дома посвящается. Самоизоляция. Самоизоляция. Когда забираешь, когда заключаешь, в квартире ты сам себя. И дома, дома. Серег, да. Я тебя люблю, спасибо тебе большое. Отпусти, брат, это было весело. Я думаю, надо сидеть дома, на диване, нужно вставать,
двигаться вместе с нами, со всеми, потому что кто, если не ты, не я, не все остальные люди, скажут, все хорошо, давай тусить. Все, обнял, братишка. Давай, дорогой, тоже. Пока-пока. Где-нибудь вне карантина. Спасибо тебе за подъем настроения. Но всегда, пожалуйста, мне ж не жалко, у меня ж безлимит. Пользуйся. Все, давай, пока. А мы еще. Люди, люди, хватит сидеть, поднимаемся и тусим вместе. Я надеюсь, вам сейчас очень-очень весело, очень-очень круто. И мне тоже. Ну что, до скорой встречи. Смотрите нас у меня на Ютубе. Где-нибудь вон там будет ссылочка, либо вон там будет ссылочка. Либо вы в Инстаграме смотрите просто в шапочку наверх. Там все будет, все круто, классно. Ой, устал, спать пойду. Какой спать? У нас еще только 9 утра. Побежали. Все, всем люблю, всем пока-пока. А язык нельзя показывать.